Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Добрый вечер. В Кировской области обнаружена первая поддельная 2000-я купюра. Такая информация опубликована на официальном сайте регионального ОМВД. Инцидент произошел в поселке Нагорск. Вчера в местное отделение полиции обратилась продавец продуктового магазина. Женщина сообщила, что одна из банкнот, которую дал ей некий мужчина, кажется ей подозрительной. Стражи порядка изъяли купюру и установили личность покупателя. Им оказался 50-летний безработный. Сейчас по данному факту проводится проверка. Выясняется, откуда у мужчины взялась эта банкнота. Полиция рекомендует кировчанам быть внимательнее при осуществлении денежных операций. Добавлю, что только с начала года в Кировской области возбуждено 44 уголовных дела по фактам обнаружения поддельных денег. Пока кировчане обсуждают чадящие пазики, в Татарстане состоялся тестовый заезд беспилотного автобуса. Видео с огороженной площадки, на которой проводились испытания, появилось в социальной сети Instagram. На кадрах видно, что транспортное средство накрыто чехлом, видимо, чтобы заранее не рассекретить внешний вид беспилотника. Отмечу, что чудо-автобус под названием «Шаттл» разрабатывает одна из российских компаний. В компании-производители заявили, что выпускать беспилотное транспортное средство на российские дороги рано, поскольку в стране отсутствует соответствующая правовая база. Но уже в текущем году первые беспилотные автобусы должны появиться в бизнес-парках, музейных комплексах, аэропортах и на других закрытых территориях. В Малайзии разразился скандал после опубликованного в сети видео. На кадрах сотрудники одного из кафе в Куала-Лумпуре сидят на корточках и моют посуду в грязной луже. Видео моментально разлетелось по соцсетям, после чего специалисты по охране здоровья заявили, что заведение общепита будет проверено самым тщательным образом. Власти города призвали закрыть кафе, а руководство самого заведения извинилось за инцидент и заявило, что посуду мыли новые сотрудники. Их пообещали наказать и впредь внимательнее следить за работой персонала. В качестве извинения кафе предложило завтра всем посетителям бесплатный ужин. Ну и, наконец, в Ярославле появился памятник потерянному бумажнику. Фишка в том, что кошелек выглядит как настоящий, и прохожие постоянно пытаются его поднять и положить в карман. Но не тут-то было. Бумажник выкован из металла и надежно прикреплен к тротуару. Автор идеи – местный историк и предприниматель. Он надеется, что памятник станет городской достопримечательностью. Бумажник охраняет глазок уличной камеры видеонаблюдения, но пользователи соцсетей уверены, что кошелек все-таки скоро оторвут. Добавлю, что этот же предприниматель ранее повесил на одном из домов памятную доску с надписью «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло». Теперь у таблички постоянно фотографируются туристы и местные жители. У меня на этом все. До встречи.